Хорошего отдыха! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас сегодня в GMT. Меня зовут Юрий Азаровский. И мы с вами пойдем посмотрим, утонуло GMT или нет. У нас сегодня печальная погода. Шел дождик с утра, сейчас немножечко влажно, по дороге есть лужи. Но людей это не останавливает, ходят, гуляют, наслаждаются нашей погодой. И посмотрим, как GMT на самом деле, потому что то, что прислала подписчица вот с зеленым берегом, это, конечно, просто жуть. Посмотрим, как на первом проезде, и постараемся поднять ему настроение. Также хочу вас познакомить, у нас, ребята, новые. Друг, он еще ни разу не летал, я его только настроил, зовут его Воробей, знакомьтесь, Арван дома пока отдыхает, к сожалению, наша чайка, ребята, до сих пор в погибшем состоянии, пока еще так и не принял решение по ней, просто не хватает времени, и буду благодарен за любую помощь и поддержку на ремонт, либо приобретение нового квадрика, который для вас будет делать красивые фотографии и летать, потому что все вот это и предыдущие, это гоночные, покупались они чисто за мои средства, то есть то, что заработал, копил, купил, и для них съемочка немножко другая, тут не получается зависнуть где-то, что-то там, какой-то ракурс взять, потому что эти постоянно бегут вперед, они, как говорится, летят, потому что летят вперед. Такие дела, друзья. Ну что, пойдем смотреть. Как я и сказал, мы находимся на первом проезде, с той стороны у нас Пятерочка, Магнит, смотрите, столько там людей гуляет, отдыхает, и на первом проезде мы пришли сюда. Тут человек сказал, что у него самый вкусный шашлык, да? Самый лучший. Самый лучший. Свешивает, говорит, без лаваша. Ценник 90 рублей 100 грамм за мякоть баранина, то есть вы все видите. Ну, пишите отзывы, если вы у него ели мясо, вот его витрина. Но GMT, кстати, это прям большой вопрос, где вкусно поесть, так что если вы готовите вкусно, ну, дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Хорошего сезона, так, от души. А вот еще цены на еду. И пойдемте дальше смотреть, что тут есть. Это не в целях рекламы, в целях информации, для того, чтобы вы знали. Потому что если люди готовы говорить о себе, что они самые лучшие, пускай держат марку и угощают вас самым вкусным шашлычком. Ну а вы обязательно придите, попробуйте и расскажите потом в комментариях под видео. Ну или мне напишите, чтобы я знал, можно об этих ребятах говорить или нет. Спасибо, ребята. Количество народа вы можете увидеть, не пугает никакая погода. К нам люди приезжают, и вот кто-то идет в магазин, кто-то на пляж. В общем, все отдыхают. Единственное, некоторых людей встречают верхняя одежда. Хотя, честно, друзья, температура воздуха у нас 24 градуса. По прогнозу гораздо меньше. Ну и давайте начнем нашу прогулочку, мои дорогие. Посмотрим, что здесь есть, все ли работает. Ну, как минимум, продавцов не испугала погода. Ты готов рассказать? Здравствуйте. Приходите к нам отдыхать. Вот, это самое важное. Да. Людей вообще становится больше? Ну так, по чуть-чуть, дождь помешал, но... Ага, дождь помешал. Ну, ничего, приеду. Так, говори, почем черешня такая? Черешня 130. 130, клубника? Клубника 250 килограмм. Абрикос 150, 160. Черешня есть 170. Персик 160, 180. Помидор есть по 100 рублей. Вот, 100 рублей помидорки. Да. Картофель? Картофель 45, 50. Вот. Огурчики 60 рублей. Помидорки такие. Помидор 140 это. Вот этот. Черри 250. Отлично. Лук крымский. 150 рублей. Обычный. 50 рублей. Нектарин. Нектарин 230. Ага, плющенный персик. 250. Вот этот крупный, похожий на местный. Да, 160 рублей. Слива. Слива 170. Понял. Ну и армянский сникерс. 60 рублей. Понял, хорошая у тебя работа. Все, приезжайте к нам, ждем. От души, так и надо, говорю, так, приезжайте к ним, ждут ребята. Ну, мы тоже, честно, на самом деле, все местные жители готовы вас встречать, чтобы вас все было хорошо радовать. Смотрите, все пошли по торговым точкам. Для торговли пасмурная погода, наверное, лучшее время, потому что люди собираются, скупаются. Вот, допустим, разнообразные сувенирчики можете увидеть. Тут с ценничками все подписано, каждый год работает точка, сейчас-то обещаю. Потом приедете, будете говорить, где же они, где. С той стороны тоже все открыто, и чаи, и одежда, все продается, друзья мои. Пожалуйста, 60, 150, 130 помидорчики на других вещах, к сожалению, ценников нету. Вот эта точечка прям интересная открылась, можете цены посмотреть. Шашлычок, шаурма, курица-гриль тоже жарит, ребята, красота. Пиццу предлагают, шашлык, свинячая тут пашка, точнее, по 90. Можете видеть, и вот этот мужичок жарит шашлычок. Худых людей легче похитить. Это лайк просто. Худых людей легче похитить. Не знаю, к чему тут, но прям классно.
И вот такие вот темы есть тоже, ребятки. В этом году, видите, кто-то возле своих участков умудрился переложить тротуарную плитку, сделал тем самым более удобный, комфортный, красивый вид и комфортный, удобный проход. Мы доходим до улицы Песчаной. Меня спрашивали, Юрий, затопило ли дворы? Ну вот, чуть-чуть лужа на улице, то есть она здесь всегда, никак это не критичным не назвать, потому что тротуары, видите, появились. Вот с этой стороны в этом году также выровняли все, сделали красиво. И вот в эту сторону Песчаной вообще одна лужа, то есть все сухо и хорошо. Вот можете посмотреть, допустим, кафе Б-52, столовая, у них вообще ниже находится тротуара, и у них тоже все сухо и все классно. Есть обзор отдельно, смотрите, цены не меняются, просто каждый раз переснимать нет желания, поэтому снял один раз, чтобы вы все видели. Рыбки разнообразные, пиво, лимонад, и народ идет на море, на пляж. Можете увидеть, что прям вообще все работают. Приезжайте, говорите всем, чтобы все ехали скорее. Вот это вот прям приятно, друзья. Курица, суши, запомнили, как правильно. Самое главное, вот именно улыбаемся и машем, чтобы люди хотели к нам приезжать. Действительно, мы встречаем вот всех сегодня с хорошим настроением. То есть все говорят добрые слова, и это прям сверх позитив. Жар пицца хвалят. Часто читаю хорошие отзывы. Бургеры, гриль, эс-бар, друзья, тоже. Вдруг, если хотите покушать, смотрите, кафе Ромео. Тоже хорошие отзывы, тут выпечка узбекская работает, все прям круто. Здесь столовая, тоже смотрите, сколько людей сидит у ребят, кушает. А вот здесь мы, кстати, не увидели, здесь они открыли узбекскую кухню. Класс. Прям атмосферно, сейчас такой плиточкой красиво все сделано, очень симпатично смотрится. И можете увидеть выпечку. Здравствуйте. Вы покушать? Нет, мы посмотреть. Куда мне кушать? Видите, какой живот уже. Разрешите, пожалуйста. Что продается? Есть немножко такое, занимаемся. Да? Где отдыхаете? Ну, здесь же Меты. А как у нас называется? Ева. Почем? Трешка. 3000 в день, гостевой дом Ева. Как вам? Нормально. То есть хороший дом гостевой. Стоит приезжать? Ну, что? Хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите. Погон, никого не зацепить. Разрешение, пожалуйста. Зайчик, пропусти, пожалуйста. Выбор колоссальный. Блюд и цены. Допустим, я надеюсь, что все видно. Суп гороховый, сырный суп борщик по 80 рублей. Девочки в шапочках все. То есть, ну, как вы, я думаю, любите. Сырнички, то я сегодня с утра кушал, меня угощали сырничками. Ну и давайте посмотрим еще здесь чуть-чуть цен. Все, ценники вы видели, это возле базы отдыха здоровья происходит тут отдых. Территорию мы снимали, они тоже все восстановили после потопов и переформатировали, сделали, как говорится, все получше. Ну вот, колоссальная лужа. Дай бог, чтобы только такие были и максимальные потопления в Джимате. То есть все остальные столовые, ребят, у меня уже все отснято. Смотрите на канале, вы все это увидите. То есть вот здесь меня в шок было от столовой, как меня встретили. Прям столько всяких лестных слов было озвучено, и как вас рады будут тут видеть, дай бог, чтобы также ко всем девочки и относились. Работает кондиционер, то есть столовая функционирует полностью. Здесь у нас еще есть тоже ребята, которые нам рассказывают часто о том, как здесь все происходит по ценникам на свою продукцию. Мы сейчас к ним тоже забежим. Прям смотрите, бойкая торговля, прям бойкая. Уф, все уже вдвоем работаете, не успевает один? Да, да. Это хорошо. Как ваше ничего? Полет, в быстром режиме, расскажи мне, вот черешня. Черешня. Ворованная бесплатно. Да, по 100, по 120, по 150. Ага. Клубника 250, угу. Ягоды 50, 150. М-м. Абрикосы армянки 180, такие 150. Помидоры, огурцы? Помидоры 100. Здравствуйте, Юра. Здравствуйте. И... Можно сейчас рассказать? Одну секундочку, подождите. Помидоры 100, огурцы 60. Отлично. Картошка? 50 рублей. Так, Мурманску привет. Вас как зовут? Я еще одну украл. Спасибо вам. Прям вкусно, черешня. Яна. Яночка, где отдыхаете в Джимате? В Атласе. Почем? 2 недели 50. А на сколько человек? Я одна. На одну человека 50 тысяч за 2 недели. Вы довольны? Да, очень. Ну, самое главное, как там море, вот я туда иду? Нормально, я замерила таким же термометром, как и у вас. Ага. 22,4. Я сегодня купался, было меньше, вам повезло. Да. А чисто?
Да. Самое главное, вот то, чего я хочу видеть, чистое море, потому что вчера прислали видео с зеленым, значит, я тут прям обрадуюсь, да? Нет, здесь нормально. Отлично, вам хорошего отдыха, спасибо, ну, что спасибо. Смотрите. Да, до свидания. До свидания. Арбузики, дыньки. Дыня 100 рублей Узбекистана, арбузы 50 рублей. Понял, ребят, хорошая работа. Мороженое еще у тебя есть? Вообще. Бесплатно? Да. Лимонад, квас, рыба вообще. Рыбка. Рыбка моя, куда ты ушла? Красота, ребята. Расширились, растете, это хорошо. Самое главное, чтобы сухо было, да? Кстати, воды больше не было, правильно? Вот то, что вот сейчас видим, и все. Мелочи жизни, короче. Дай бог, чтобы так и было. Кофе, друзья. Ремешки здесь продают, ребятки. Разные кожные изделия. Здравствуйте. В большинстве своем прям вас очень рады видеть. Массаж HS Fish Peeling. Слушай, надо как-нибудь залезть. Я просто видел один раз, как девушка получала прям чуть ли там не сверхудовольствие от них. И мне тоже захотелось попробовать. Как думаете, стоит или нет испытать fish peeling на себе? Здравствуйте. Здравствуйте. Обязательно подходите ко мне. Лазаровский крутой чувак. Спасибо тебе. Спасибо. Точно, ну, вот лужа. Мне просто люди написали, Юра, там говорят, Джиматы, все утонуло. Врут? Никто не ушел под воду, ребят, все хорошо. Я так понимаю. С этой стороны Самсан, здравствуйте. Хорошая работа вам. Юбилейная столовая, кстати, я на нее еще обзорчик не делал. Пойдем глянем, что там есть. Ай, посмотрим. В прошлом году ее, кстати, затопило. В этом году, ребята, видите, сколько сил вложили, чтобы навести порядочек. Чисто, красиво, это самое главное. И давайте посмотрим, что здесь есть внутри. Большущие салаты. Чуть-чуть запотели, видите, нехорошо видно. И здесь вот разные блюда. И по ценам. От Путина попросил, сходите, посмотрите, говорит, как в этой столовой, да? Хорошо. Шарма, овощи, капустные. Динки. То есть это, ну, то, что почем сейчас, правильно? Да, а борщ, вот, допустим, у вас с мясом или без? С мясом. За 80 рублей с мясом? Да. Понял, ребят, хорошая работа вам, от души. Вам тоже, да. Спасибо. Также, ребята, пивасик приглашают. Предлагает кубанская кухня. Здесь столовая тоже очень хорошая. Могу. Пацаны, ну, в принципе, я честно в этом году ни об одной столовой еще в Джиматы не слышал каких-то плохих отзывов. Все говорят, прям везде все хорошо. Ценники прям плюс-минус. Где-то вам больше улыбается, где-то меньше. То есть тоже есть на обзоре в этом году свежие цены. Смотрите, друзья мои. Столовая бар с другой стороны функционирует также уже. Я, кстати, приглашаю вас на морской круиз, друзья. Информация есть вся на нашем YouTube-канале. Также в закрепе ВКонтакте, в группе и на моей личной страничке. И также приглашаю на фотосессии, сделаем красивые фотографии на память об отдыхе в нашем городе, любимым, друзья. Мы победили вместе с вами проход к морю. Можете увидеть, как это здесь происходит. Запустили уже столовую. Приятного аппетита! Мой друг с детства открыл бар пива. Сказал, соки, воды продает. Мягкое мороженое. Отлично. Еще, о, кстати, по ценам, что здесь можно увидеть. Можно посидеть вот здесь, прям рядышком с пляжем, выпить и отдыхать потихонечку, друзья мои. Ну и мы врываемся на пляж. Смотрите, то есть территорию сделали вот в таком формате. Здесь еще должны быть канаты натянуты, обещали, по крайней мере, стоит заградительное сооружение, чтобы не проезжали машины. Для людей сделаны настилы, мусорки есть, то есть для людей с колясками ограниченные возможности. На Джиматы в этом году прям идеальный проход к морю. Здравствуйте. Работа кипит еще, все продолжается, да? Отлично. Есть душ, туалет на Джиматы. Опять-таки это относится к нашим пляжам. 30 рублей, душ 50, многомойка 20 рублей. Пожалуйста. И выходим на пляж, друзья. Смотрите, как здесь все выглядит. То есть люди есть на отдыхе. Не все послушали прогнозы, многие остались. Лежаки по 300 рублей. Остаются переодевалочки есть. Это, кстати, вот самое интересное, иногда заходить в переодевалку, смотреть, как здесь убираются. Да, вот для девочек сделали даже такие вот специальные вещи, чтобы была чистота. Потому что иногда бывает трэш заходишь, просто ужас. Ох ты ё, друзья мои. Ну, как бы я, конечно, людей не столько, сколько мы привыкли видеть постоянно, но вполне себе шикарный вид. А туда посмотрите, что происходит. Это вообще что? Это вообще как? Это вообще где? А это, друзья, все в Джиматы. Итак,
Я думаю, виды завораживающие. Смотрите, вот в берегу есть последствия водорослей, то есть крокодил, но сама вода-то чистая. И вы можете увидеть, что водоросли, в принципе, мы не наблюдаем такого, что прям ужас. Это, ну, первый проезд, самый центральный пляж. Там что творится, это, конечно, фантастика. Осталось узнать температуры. Воздух у нас 24 градуса. И пойдем замерим воду. Как море в Джимате? Все отлично. Это самое главное. Ну, чуть-чуть водоросли есть, но в принципе хорошо. Так, температура воды 21,8. То есть моя подписчица, которая сказала, что 22 и показала, оказалась права. И здесь температура действительно такая. Дорогие друзья, хорошего вам отдыха. Ну, здесь за счет того, что много людей, они уже варили море. Но вообще все выглядит все очень хорошо. И сказать, что вот прям все плохо, ну нет. Если хотите там всем прогуляться, смотрите, в ту сторону, смотрю, прям все забито, но все равно будет небольшой разрыв между людьми. А если хотите прям пустые пляжи, вот в ту сторону пройдите, и там просто вот так вот. От души всем хорошего отдыха, ну и, конечно же, побольше вам улыбок в жизни. С вами был Юрий Азаровский, и всем пока-пока.